Здравствуйте, друзья. Ну вот очередной рой и очередное дерево. Тут вот такой парк у нас в городе. Вот я рой уже собрал с двух веточек. Вот в коробочку. Видели мои коробочки, как я собираю рой. Вот на этих, на вот этих двух веточках он был. Сидел. И, скорее всего, он вот с этого вот дупла отлетел на, не знаю, 10 метров. Что у нас в дупле? Ну, такая вот у нас картинка. Ну, там пчелки, смотрю, все запропулировали. Хороший леток у них, вход, и ну вот такое вот дерево. Ну, будем вселять молодой рой.